Всем привет, ребята, и это я, Новый Глеб. И в этом видео мы опять вошли в GTA San Andreas. И да, ребята, в этом видео я покажу вам, как сделать экшен-миссию в Диоуме. Поэтому давайте начинать. Так, сначала мы должны сделать новую миссию. Давайте. И миссии, новая миссия. Как мы ее назовем? Во-первых, это будет экшен-миссия, значит, название должно быть каким-то таким сумасшедшим. Давайте ее назовем... Хаос-миссия. Свое имя не будем вводить, это для меня сейчас не надо. Так, что же, давайте что-нибудь придумаем. Давайте куда-нибудь телепортнемся сначала, где будет миссия начинаться. Давайте она у нас будет где-нибудь вот в скейт-парке. Так, телепортнемся сейчас к скейт-парку, чтобы там можно было делать миссию. Так, что-то CJ у нас не перепрыгивает через забор. Перелезем через этот. Вот здесь, кстати, хорошая очень локация для перестрелки. Поэтому перестрелка будет у нас сегодня. Так, давайте, во-первых, сделаем игрока. И давайте игрок у нас будет стоять вот здесь. За кого же мы будем играть? Давайте это будет перестрелка гроувстритовцев, улицы Рощи против Балласов. Так, я ищу их, что-то никого здесь нет. Они, видимо, далеко. Так, вот, я выберу. Будем играть мы, ребята, вот за этого чувака в майке. С семеркой. Давайте выберем оружие нашему игроку. Так, ну я не знаю, что выбрать. Надо что-нибудь полегче. Обычно вот наши ребята из Grove Street используют ТЭК-9. Давайте его и возьмем. Патроны будем не бесконечные давать, потому что это выглядит стрёмно. Давайте дадим 500 патронов. Готово. Здоровье будет 200, потому что врагов будет много. И готово. Так, игрок создан, то есть если мы миссию начнем, сейчас она сразу выполнится, потому что целей никаких нет. Давайте сначала добавим наших друганов, которые будут с нами помогать. Добавим актера, вот такого, с тэком. Добавляем им бесконечные патроны, чтобы они могли стрелять сколько угодно, и без анимации. Давайте к нам поближе сделаем вот так. Готово. Здоровье пусть у них будет 500, банда, так, это не враги, а дружеская. Следует за игроком. Аккуратность пусть у них будет 50. И должен выжить, да. Так, добавляем второго пацанчика, который будет за нас. Давайте добавим того жирного. Его привыкли уже в народе кличкой Пончик называть. Потому что он толстый. Так, без анимации делаем все то же самое, как с тем. Следует за игроком. Банда, дружеская, следует за 50. Так, ну все, ребята, я сделал нашу банду. И я хочу сделать теперь врагов. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте сейчас добавим еще парней некоторых из Grove Street, чтобы они отстреливались вот здесь сверху. Вот здесь будет два парня стоять, а вот там два балласа. Давайте, вот его стейком тоже. Им аккуратно сделаем тоже 50, и чтобы они выжили. То есть, если один умрет, то миссия провалится. И добавляем второго же вот сюда. Так, готово. Теперь мы должны добавить балласов, которые будут нашими врагами. Так, давайте поставим первого балласа напротив, вот сюда. Это у нас будет вот такой баллас. Так, 9. Здоровье у него будет пусть 500 тоже. И уже банда вражеская, и он будет сохранять позицию и атаковать. Аккуратность у него будет тоже 50. И все. И добавляем еще одного балласа, пусть будет он такой же. Чтобы как-то было похоже на обычную миссию. Смотри, смотри, у нас баллосы одни и те же. Вот такого вот сюда. Так, первую вот мы линию тут сделали. Давайте теперь добавлять еще балласов. Первые балласы у нас прямо на входе будут стоять. Вот здесь давайте сделаем тройку балласов. Так, я сделал 3 балласов и добавляем еще. Надо еще больше. Во-первых, я хочу добавить и вот сюда одного парня из Grove Street. Но это потом в конце. Так как это будет первый акт перестрелки, а во втором акте мы будем уже со снайперской винтовки стрелять. Я вот так вот сделал.
Давайте сделаем тут такую, чтобы у нас тут была машина баллосов, типа, из которой они стреляли. Хотя можно это не обязательно делать, именно чтобы они из нее стреляли. Можно, типа, они ей обороняются. Они ее используют как стенку от пуль. Давайте ищем цвет баллосов. Цвет баллосов где-то такой. Ну, это розовый больше. Ну, ладно, пусть так будет. Давайте я какую-нибудь куда-нибудь. Вот сюда, вот так, и все. Давай 250, закрытые двери готовы. Теперь добавим вот сюда баллоса. У него будет... пусть у него будет УЗИ, чтобы какая-то была разница между другими. Без анимации, здоровья 500. Банда вражеская, и делаем все то же самое. Вот этих мы всех должны будем убить. И давайте добавим еще одного, который будет у нас стоять с... пусть у него будет, например, снайперская винтовка, и он будет у нас стоять вот здесь, такой, как сказать, хитрый самый, который от всех подальше залез, чтобы нас с высоты убить. Давайте у него будет не снайперская винтовка, а что-нибудь полегче. Добавляем теперь именно цель, так надо. И добавляем актера. Вот такого. Пусть вот такой будет. И давайте у него будет калаш. Бесконечные патроны, без анимации. Банда враги, здоровье у него будет 250. Поведение он будет сохранять позицию атаковать. Аккуратность у него будет 75. И нажимаем убить всю банду, чтобы нам нужно было обязательно убить всех баллосов, а не только вот этого одного. Все. Готово. И выбираем красный маркер. И теперь можем написать что-нибудь, типа, убей всех там. Ну, как типично пишут. Я напишу что-нибудь типа такого. Это типа засада, пусть что-нибудь будет. И смотрите, чтобы писать разноцветным текстом, нам нужно будет сделать такой вот прикол. Нажимаем плюс, и нам нужно выбрать... Например, вот, если я хочу написать красным, мы берем букву R. В русском переводе это буква Я, потому что тут надо учиться писать. Это вы можете на всяких формах по Диому найти. Там это полчаса объяснять. Пишем, короче, красным, типа, это засада. Убей всех. И теперь уже обычным текстом. Все. Как-то так у нас пока получилось первый акт миссии сделать. Давайте сделаем второй акт. Это где мы со снайперской винтовки уничтожим вот тут несколько чуваков-баллосов. Так, давайте сделаем вот так инструменты. Jetpack. Мы вот тут должны будем появиться. Как снайпер. Вот здесь. Цель добавить сэр для игрока телепорт. Так. У нас был игрок, был... парень из Гроу-стрита в майке, вот. Даем нам снайперку, пусть у нас будет патронов 100. Готово. И давайте добавим вот на это место, посередине, прямо вот сюда, кучку баллосов. Конечно, я на монтаже все прибыстрю. И давайте еще одного вот сюда. Цель добавить цель для игрока. Так, нет, не это. Цель добавить цель, добавить актера, вот. Вот этого добавим, белого. Вот этого пусть будет. И вот у него будет уже вот такая вот снайперская винтовка. Винтовка, точнее, обычная. Делаем все то же самое. Так, давайте придумаем название миссии, я уж придумал. И все, ребят, давайте тестить. Погнали. Хаос миссия. Это засада, убей всех баллосов. Давайте всех расстреляем. Получайте баллосы. Ребят, помогайте. Ох, ничего себе, здоровье снимается. Давайте всех хэдшотами. Все. Давайте вторых поможем убить наших ребят. Вот его раз... два. Так, я еще вон там 100 стоит, надо его тоже будет в конце и грохнуть. Давай, и ты второй высовывайся. Ай-яй-яй. Все. Машина закрыта.
и бежим к тому. Сейчас я побегу так к нему и спрячусь вот сюда. Потому что у него калаш, это очень опасно. Давайте выйдем, чтобы было его голову видно, и сделаем хедшот. Все. Убей всех снайперкой. И полиция приехала. Точно какая-то хаос-миссия. Так, ну их надо по хедшотам. Раз, два, три, четыре. Ну и какая-то такая миссия получилась. Такая легенькая, но я как бы показала вот основу. То есть вы можете создать что-нибудь похожее и уже накрутить своих каких-нибудь там сюжетных поворотов. Ну что ж, какое-то такое видео получилось. С вами был я, Новый Глеб. Подписывайтесь, давайте добьем 1000 подписчиков. И всем пока!